Всем привет, с вами снова Atlantis 3570, и сегодня вашему вниманию предоставляется еще одна посылка, также с сайта Banggood. Тут, я думаю, уже видно, что внутри. Ну, давайте скроем. Кстати, вот эта посылка, это вторая половина той, где были золотые контакты для соединения движков с регуляторами. Как раз они были одной посылкой, и как раз вот эти контакты, и плюс сами регуляторы. Ну, доставили их, как видите, раздельно. Мы уже распаковывали посылку с контактами. Теперь пришла посылка с регуляторами. Еще 3 30-амперных регулятора, поддерживающие 2-3 банки литиополимерных аккумуляторов. У меня, как вы помните, есть 2-баночный литиополимерный аккумулятор. Скоро закажу 3-баночный. Да. Еще не решил, какой мне заказать, на какой объем. Такая вот. Ну, так вот, извиняюсь, ребята, меня немного отвлекли. Ну, такие вот регуляторы 30-амперные на 2-3 банки литиополимерных аккумуляторов. У меня есть 2-баночные аккумуляторы. Я думаю, вы видели, 2200 мАч. Скоро должен подойти и 3-баночный аккумулятор. Ну, вот такой вот он уже был. Мы уже его распаковывали. Вот видите, 2-3 банки. Я уже тоже здесь все распаял. Термоусадка. Они, как видите, идут без всего. Абсолютно. Даже в комплекте нету ни контактов, ни термоусадки. Но это не проблема, это отдельно покупается в хозяйственном магазине. Кроме, конечно, вот этих контактов. Контакты покупаю там же. А термоусадка — это не проблема. Вот теперь у меня 4 штуки. Теперь можно будет собрать уже квадрокоптер, можно сказать. Только что-то мне, честно сказать, не идет мой корпус. Долго он что-то очень идет, но посмотрим. Когда дойдет, будем собирать. Ну, не знаю, может быть, пока он идет, можно будет попробовать какой-нибудь самопальный корпус собрать. Посмотрю. Ну, а тут такая вот посылочка. К этому пришли еще 3 регулятора. Теперь у меня есть все 4 мотора, все 4 регулятора. Остался аккумулятор дополнительный. Ну, дополнительно имею на 3 банки. Должны винты прийти, мозги, корпус. Там по мелочи, типа индикатор разряда аккумулятора и тому подобное. Ну, вы это все увидите, когда это все придет. А на данный момент вот так вот. Что имею, то и показываю. Ну, все, ребята, вот такая вот небольшая посылочка. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что всем спасибо, пока и до встречи.